Количество программ союзного государства планируется увеличить в этом году. О них в проекте бюджета и торгово-экономическом сотрудничестве пройдет речь на заседании Высшего Госсовета союзного государства. Накануне на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем союзного государства Григорием Рапота и было заявлено, что Госсовет пройдет в Минске в первом квартале года. Точная дата пока согласовывается. На повестку дня будет вынесено 12 вопросов. Среди них и взаимодействие стран во внешней политике. Беларуси и России предстоит большая работа и по восстановлению взаимного товарооборота. Об этом заявили сегодня на встрече в Доме правительства. Премьер Андрей Кобяков отметил, что экономики двух стран адаптируются к новым внешнеэкономическим условиям. И повестка дня ВГС будет иметь максимальное наполнение по совместным проектам. Бюджет остался неизменным. Количество программ мы надеемся увеличить в этом году, потому что есть для этого создана хорошая база. Мы в прошлом году, к концу года, согласовали 6 концепций программ. Я думаю, что если нам удастся их обратить в программу уже полновесные, то вот это будет как раз очень серьезный вклад в научно-техническое развитие сотрудничества наших государств. Еще одной темой на заседании Высшего Госсовета станут приоритетные вопросы развития союзного государства на среднесрочную перспективу. Документ принят не так давно, и пришло время обсудить его выполнение.